Всем привет! Сегодня я хочу приготовить курники. Это очень вкусно, делается тоже быстро. Тесто вкуснейшее получается. Итак, делаем тесто. Для теста мне необходимо 350-400 муки, 100 грамм сливочного масла, 200 грамм крема фреш или свежей сметаны, пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка соды. Для начинки мне необходимо фарш 300 грамм любого, у меня индейка, 2 штуки картофеля, я их вот в такие кубики порезала, лук пошинкованный, у меня здесь 3, наверное, луковица по желанию. Ваши любимые специи. У меня здесь паприка, куркума, перец, базилик и орегано. И, естественно, соль по вкусу. Вот у меня готовы курники. Хочу показать. Попутно я булочки пеку, которые у меня видео стоит.
Я очень часто их делаю, это очень вкусно. Они свежие, 2-3 дня, мягкие и очень вкусные. Советую их приготовить, они мне уже готовы. Вот красота. Попробуйте эти булочки необыкновенные. Готовятся буквально за 5 минут. И у вас на столе очень вкусные, полезные из цельнозерновой муки. А сейчас я возвращаюсь к своим курникам. Так, одно яйцо и чайная ложечка водички, можно молока. И смазываем. Все курники мои готовы. Это очень вкусно, сытно. Там еще бульончик внутри. Все очень вкусно. Вот такие треугольнички, и можно сделать вот такими, такой формы по-разному. У меня сын любит круглые. Я люблю больше вот такие треугольнички. И желаю всем приятного аппетита. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч. Подписывайтесь. Поддержите мой канал, пожалуйста. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я буду очень благодарна и рада. До новых встреч.